друзья снимают. Ну? Смотри, мои друзья здесь. Видишь, даже орут. Привет, Микола, блядь. Оп. Я знаю, что ты мой друг. Вот я, блядь, сейчас могу сесть. Так, да. А как этого зовут? Который на меня напиздел. Гриша. Гриша? Ну? Гриша. Ну, давай, я тебя приглашаю. Я даже и не буду говорить то, что я на тебя обижен или нет. Меня обидеть вообще невозможно. Давай поехали в Ирпень сыграем. Вот реально, за мою команду сыграешь, если ты смелый или там, я не знаю, какие вы там... ну, Копаловца я не буду, ну, уже упомянул. Давай, Гриша, приезжай, реально, я вот на тебя не обиделся. Ну, ты меня оскорбил, но я на тебя не обиделся. Потом мы разберемся. Играть будешь за мою команду, я делаю в Ирпене. Сейчас, скорее всего, будем в Василькове еще делать. Так что, ребята, вы смотрите поаккуратнее, потому что у меня очень много друзей военных. Ну, это как-то вот так. А про такого? Я просто об этом не говорю. Микола, он свидетель. Что там было на Оболоне? Сколько людей играло? СБУ, ВСУ? Там больше было охраны, чем футболистов. Просто еще не... Там же еще не разрешали. Вот в чем дело. Мы еще пару дней ждали. А то, что вы вот это вот вкидываете. Вы давайте что-то делаете. Я имею в виду в плане, вот, чтобы люди ходили. И, можешь мои тапки снять даже. Надо людей радовать. Вот в чем дело. Вот и все. Так что я на вас не обижен. И, ну... Лучше так не делай, потому что если я обижусь, то ты в Киев не приедешь. Вот реально. Ну, я сделаю так, что ты в Киев не приедешь. Просто я ж не хвастаюсь этим, что у меня много друзей. Вот и все. А так я нормально к тебе отношусь. Давай приезжай, хочешь в футбол поиграть. Я же говорю, у меня все играют в футбол. В моей команде все играют в футбол, все. Ну, Микола даже, сейчас я его заставлю, будет играть. Ну, ты все. Просто надо делать праздник. Пока.